Иногда Рим называют столицей обелисков. Их можно увидеть в разных частях города. На самом деле, изначально обелиски были характерными памятниками Древнего Египта и Древней Ассирии. Они представляют собой вертикальные четырехгранные столбы, заужающиеся кверху. Часто на них можно увидеть иероглифы, как правило, прославляющие фараона, в период правления которого они были созданы. Император Октавиан Август приказал привезти в Рим первые два обелиска в качестве военных трофеев. Один из них был установлен в Великом цирке. Сейчас он находится на Народной площади. Другой обелиск выполнял функцию солнечных часов. В настоящее время его можно увидеть около дворца Монте-Читорио. Последующие императоры вслед за Августом также привозили обелиски из Египта. Более того, везли гранит, чтобы делать обелиски в Риме.